55-я серия турецкого сериала «Доверенные» выйдет на экраны Турции 20 ноября. В предыдущей серии мы увидели следующее событие. Яман сказал Али о том, что в этом доме кое-что принадлежит ему, и он не собирается уходить, пока не получит своего. Сихер считает, что Яман тот человек, который смог разрушить для маленького ребенка всю его вселенную. Яман не может смириться с поступком Сихер и считает это самым настоящим предательством. Он посмотрел на снимок. Со своей злостью он смял снимок в своих руках. Икбель зашла в кабинет к Яману для того, чтобы поговорить с ним про Сихер. Она считает, что эта девушка сможет начать все с чистого листа, и теперь у нее будет совершенно новая жизнь. Также Икбель напомнила про Селима, ведь он ей постоянно помогает. Все это Икбель делает только для того, чтобы нагнать на Ямана еще больше гнева по отношению к Сихер. Он не должен ее прощать, и больше всего ей бы не хотелось ее снова видеть в особняке. Юсуф просит Сихер вернуться домой, так как он очень сильно соскучился по своему дяде и всем остальным. Яман говорит Сихер о том, что она разлучила Юсуфа с его семьей, и это очень жестоко по отношению к мальчику. Сихер же считает, что Яман просто так и не смог научиться доверять другим людям. Она сказала о том, что сама выросла без матери, но не стала таким, как Яман. Эти слова его очень сильно задели. А мы напоминаем, что 55-я серия турецкого сериала «Доверенные» выйдет на экраны Турции 20 ноября. Мы благодарны каждому за активность на нашем канале.